Здравствуйте. Так, сейчас. У вас... А, ну, в принципе, вам пока не надо. Мы тогда... Меня слышно, да? Я вас почему-то не слышу. Сейчас мы настроимся. Так. Скажите что-нибудь. Значит, так. Почему-то не слышно. Так, сейчас настроимся. А, у вас выключен микрофон. У вас микрофон выключен. Включите микрофон. Так. Вот я включила микрофон. Uh-huh, uh-huh, хорошо. Здравствуйте еще раз. И мы начнем. Кажется, видео выключается, да? А можете выключить видео, если у вас такие проблемы. Как бы такой сильной фонетикой мы не будем заниматься, видеть не обязательно. Да, хорошо. Так, где у нас финский? Вот, разговорный финский. Вот, начнем с азов. Самых-самых азов. Вот, правила произношения. Ну, в финском, если так... На самом отдаленном моменте, то в финском очень простые правила произношения. Вот единственные буквы, которых у нас нет, это А, Э, И. Если вы изучали английский, вот эту букву знаете, А, А. Да. Если французский изучали, немецкий, ну и французский, то... Ну, в принципе, в английском тоже есть Э, Э. И «ю» — это французский, немецкий. То есть она... так, на улыбке говорим «у». «И», 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 «и». На букве «у», вернее, говорим «и». «И», 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 «и». Вот. Вот, то есть фиксируется на первом слоге ударение. Вот эти буквы, которые... Давайте вот почитаем немножко. Давайте. Угу. Вот алфавит читаем. Так, сейчас я немножко... А, побольше Асику... сделать экран? Я сделала побольше. Угу. Да. Аситу тойсен асеман. Дальше. Бонга монен лайся тапо якацила майрма. Усо. Так, усон. Дига дигия рейлусти. Эсита оди хюва пухеле. Филистелле омя я мойден онисту миссия. Дальше. Гиту кита. Да. Ну вот, вот все длинные гласные, согласные, они произносятся длинно. Да. Холегди импере, империс тёсте. Ихастеле сатен карен верея. Еса. Кейта эрилайся киеле. Да, только не е, а э. Ки-э. И переходит в э. Киеле. 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 Угу. Луэ сату.
Мене вас там полити, полити тиехен, поли, политиехен. Да. Дальше. Наура ухдесса. Да, посмеемся вместе. Дальше. Оле иха юри селай сена кун олет. Да, вот л, она тоже более четко. Селлайсина. Селлайсина. Дальше. Пьюда кайки лейкин. Кунтеле. Кунтеле раухали сести вайка оли ситкин эри миэльта. Рока асентелла. Сойта фанфари, фанфари юхлан куньякси. Тренна диалоги тайтоя. Унель мой. Унель мой. Унель мой. Вито ракас. Вау, тутки майльман ильмой. Ильми ойта. Хиппа вы ксип... Как? Хиппа правильно? Да. Сиппа. А почему сиппа? Потому что это икс? Нет. Сиппа. Сиппа тай кехутоли. Опыта усилейки. Югдиста. Зома хюван. Форлат пюда анте. Нет, вот это О. О, это шведская буква. Она встречается только в словах шведского происхождения. Чаще всего в имена собственных, то есть названия городов и так далее. Форлат пюда антекси. Эла киуса. Эма пита ридат. Ну, это уже, да, тут уже не то. Да, вот Э у нас близок к Э русскому. Е он так и произносится. Е, например, йоки, эйка, поят, мальчики. И особенность финского, вот это окончание Т у множественного числа. Множественного числа. Это не всегда так бывает, но в большинстве случаев окончание на Т. Да, вот это иностранные буквы. С, он такой шепелявый немножко, поэтому между С и Щ. Так, пошепетывают они немножко, да. Ну, Х, он, это как английская Х, не наша Х. Вот. Давайте вот это почитаем. Антекси, кито, лапси, рока, раха, кахви, хомента, тува, пева, ауринко, олен, мина, кука. Да, и почти нет мягких согласных. Мягкие. То есть, да. Это все твердые. Она, вот это а, она очень, ну, можно сказать, что она мягкая, но она, вот это л, у них не мягкая, она средняя мягкая, то есть средняя твердая л. То есть у нас на л на зубах. А у европейцев она л у нас очень высоко там на небе, а у европейцев вот между на бугорках после зубов такие бугорки нащупайте. Ла, 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 ла. Ла, ла. Левия. Да, левия. Левия. Да, и важно всегда сохранять вот эту
длину звуков, длину гласных и согласных. Тули, 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 Да. Вот именно либо гласная длинная, либо согласная длинная. Л с напряжением мы произносим. Да, и соответственно это огонь, ветер. да, ветер и таможня. Да, и вот сингармонизм такое сложное слово, но сейчас все просто объясню. То есть, когда у нас твердое, так скажем, согласные, твердое гласное, ну, которое твердо произносится, а, о, у и так далее, тогда у нас возможно только, соответственно, твердые гласные за ними идут. То есть я по не лайнен, не лайнен, а лайнен, лайнен. А вот, допустим, Хельсинки, тут э и вот еще к мягким относится, вот, кстати, тут хорошо все показано, а, ю, а, ю, и, а, о, у. Вот после них никогда не может быть мягких. И, соответственно, после этих не может быть никогда твердых. Давайте почитаем и закрепим это правило. Лайнен, Лайнен, Америка, Америка, Лайнен, Япония, Лайнен, Хельсинки, Хельсинки, Лайнен, Вена, Вена, Лайнен, Пьетери, Пьетери, Лайнен, Са, Ся, Тало, Талоса, Суоми, Суомеса, Тио, Тиоса, Этень, Этейсесса. Да, все правильно. То есть вот у нас А, поэтому лайнен. Тут обе А, поэтому лайнен. Тут И, поэтому лайнен. Соответственно, А уже тут не может быть лайнен, лайнен. Тоже И, Э, поэтому лайнен. И также талоса АО, тут твердая А, са. Шуоми то же самое. УО твердая са. А тут уже ю, э, поэтому ся. И тоже э, и, поэтому ся. Вот это сингармонизм, это очень важное правило в финском языке. Да, то есть гласным звуком сопутствуют твердые звуки, мягким гласным звуком мягкие. Твердым твердые, мягким, мягким. Вот. Ну, это так условно называется в языке, это по-другому называется, но для простоты я так вот написал. Да, и, соответственно, самый главный глагол финского языка и вообще любого языка это глагол быть. Ну, в финском он еще иметь, означает иметь, глагол olla, olla. Вам, кстати, как лучше, с видео или без видео, чтобы у меня было? Да мне вот так вот хорошо, Хорошо, крупным планом. хорошо. Вот. Два, соответственно, глагол olla, он имеет, ну, в европейских языках он вообще всегда пишется, в большинстве европейских языков. И, соответственно, финский не исключение. Вот это примеры в европейских языках. И вот, соответственно, глагол olla быть. Да, это будет я, меня олен, меня олен. Вот у нас N есть, можно ее как раз, поэтому N окончание, олен. Синя, но тут надо просто запомнить, олет, олет, олет. Хян, он. Хян переводится он, она, поэтому он тоже легко запомнить. Мэ, олем, мэ, олем, мэ, оле, это у нас основа.
То А есть... мы просто добавляем вот само местоимение в конец. Оле мэ. И удваиваем гласную. И то же самое с оле т. Т. Вот, кстати, чтобы т запомните, т это будет вы, а когда ты, когда про одного человека говорим, мы говорим олет. То есть мы сокращаем до олет и все. И то же самое хэ оват. Оват. Оват тоже надо запомнить. Ой, куда-то переключилось, непонятно. Это просто укрупнилось. А, укрупнилось? Так, вот. Олен, давайте, прочитайте. И заодно и запомните, как будет дома. Мина олен котона, сина олет котона, хян он котона, ме оле ме котона, те олет те котона, хе оват котона. Да, и вот когда мы про себя говорим, тоже меня Олен, и можете свое имя назвать. Мина олен Елена. Да, и давайте вот это вы прочитали, вот это прочитаем. Мина олен Ася. Кука сина олет. Кука это кто? Да, кто? Ты есть кука. Мина олен Вена Лайнен. Мина олен Пиетер Лайнен. Мина олен Пелия Селкайнен. Палия Селкайнен. Да, Пиетер Лайнен. да. Босоногий или босой петербуржец. Вот. Алия Ялкайнен, Ветерилайнен. Я. Да, вот можно кука запомнить. Мы у кукушки обычно спрашиваем, сколько лет, а можно спросить, допустим, кукушка, кукушка, сколько, ну что-нибудь на кто, кто будет следующий или что-нибудь, вот кука, 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 или представить кока такого. Капитана Кука, представьте, и спрашиваем у детей. Дети, кто это? Кук, Кука, Кука. Меня. Помните, как будет? Ну, давайте вот повторим, потому что это важные глаголы, без них никуда. И важный глагол, и местоимения тоже очень важны. Мина олен, сина олен, хян он, ме олемме, те олете, хе оват. Все правильно. Да, видите, тоже по правилу сингармонизма тут о, поэтому ват. А когда будет тут другие гласные мягкие, то будет вят. Но это будет потом. Это я просто предваряю момент. Вот, то есть мы часто обращаются на ты. Только если когда-то в каких-то очень официальных обстановках можно сказать «т». Вот. И финны любят опускать «мы», «ты», «вы». Вот. И «я» тоже могут опускать. «Олен суомалайнен». Да, а вы про себя скажете. Я эй мина олен виролайнен. Да. Хорошо. Да, ну тут тоже Оля Текотана тоже дома. Да, давайте вот это прочитаем. Да, зато вот эти местоимения, то есть третье лицо, единственное, вообще все третье лицо, он, она, оно, они. Оно используется всегда. Его нельзя опускать. Давайте прочитаем. Хе ово талла, талла. Да, Телла. Хян он веналайнен. Он русский. Ну, тут без контекста не поймешь, либо это она, либо он.
Ну, здесь не важно, Да, у да, да, финнов, да, да. наверное. Тут у финнов, да, действительно, без контекста не поймешь, кто это говорит. Да, и отрицательная форма еще проще. То есть вот это изменяется только вот эта отрицательная частица a. Оле основа остается одинаковая, оле. Вот. И она также изменяется. Там у нас было олен, а мы отбрасываем ол, получается n. Было сина олет, стало это просто хен. Ну тут Это Оля. просто. Да, это оле, все правильно. Это оле, n оле, это оле, эй оле, эй. Просто берем основную форму этой частицы. Дальше. Было олем, стало эмме. Мы отбрасываем ол, потому что это основа глагола. Было те, оля те стало этте, этте, этте оля. Ну, можно даже представить, что ее мы вот сюда перекинули. Олен, Да. эн оле. О, олет те, олет, вернее, эт оле. Ну, тут надо запомнить. Он там был, поэтому просто надо запомнить вот эту частицу A, как она в оригинале. Олем эмме оле. Олете этте оле. Да, и то же самое, там было овод, тоже надо запомнить. Мы просто вот к этой A добавляем ват, но так как по закону энгерманизма, то есть эй, она мягкие, поэтому эй вят оле. Ну давайте прочитайте, и вам будет более-менее понятно. Мина эн оле котона. Сина толе котона. Хен эй оле котона. Ме эмме оле котона. Этте оле котона. Хе эй оле котона. Замечательно. Замечательно. А Ну, это давайте. записать можно к себе, допустим, Что такие вот это. записать? Вот к себе вот это где-то можно записать откуда-то. А, ну, я могу в чате потом скопируйте. Сейчас у вас чат есть. Сейчас я скину вам чат. Вот, скидываю. Предыдущая тоже, да? Нет, вот это вот именно с частицей A, станем. Скопировали? В чате зума. Нет. Вот тут Сейчас вот я вот это вот три точки, нажимаете чат, вверху там три точки или внизу, где у вас, я не знаю, дополнительно где. Открывайте чат или с телефона я не помню уже, давно не сидел с телефона. Нашли, да? так, сейчас участники навык отключить звук. Там последние три точки, и там чат открывается. Так. Или попробуйте Alt H нажать. Или вы не с компьютера, да? Я с планшета. А вот у меня уже все здесь есть. Все, нашли, да? Чат. Да. Хорошо. Да, вот глагол быть. Быть. Скачали, да? Скопировали, да? Да. Вот глагол быть, вот как раз это отрицание. Давайте почитаем. Мина эн оле, сина эт оле, хан эт эй оле, ме эмме оле, те эт те оле, хе эй вет оле, мина эн оле Суомесса, мина эн оле Хельсинки лейнен, мина эн оле
suomalainen. Hän ei ole venäläinen. Да, и давайте вот это еще прочитаем. En ole venäläinen, olen ukrainalainen. Emme ole Helsingissä, olemme Kuopiossa. Да, только вот НГ, они читаются как носовой. Хеннисса. Хельсинисса. Носовое. НГ как в английском читается. Да, Хельсинисса. Хельсинисса. Да, видите, мы у нас... мы отбросили, зато Хян мы не отбросили. Хян и Хэ мы не отбрасываем. А остальное можно отбрасывать. Вот. Вопросительно еще проще. То есть мы добавляем к тому, что у нас в утвердительной форме, добавляем ко. Оленко, олетко, онко, олемеко, олетеко, оватко. Ну, давайте, прочитайте и, соответственно, поймете сами. Оленко мина котона, олетко син котона, онко хян котона, олеме котона, олетеко те котона, оватко хе котона. Все правильно. Да, тут кто котенок спрашивает. Я маленький. Оленко мина пьяни. Да, читаем Оленко. Оленко мина каунис. Олетеко каупаса. Оватко хетеса. Да, вот это показывает, что окончание са показывает, что внутри чего-то, вот каупа это, соответственно, магазин, каупаса в магазине, то есть той это у нас работа, а тойса на работе, тюр, вернее, тюр. Да. Тюр работа, то есть на работе, то есть в каком-то процессе работы. Вот. Са это отвечает на вопрос, соответственно, са это значит в чем-то. То есть где. Отвечает на вопрос где. Да, и выражение устойчивое с олла. Олла, их достаточно, ну, много, но вот основные. Олла терве, олла кипеа, олла киринен, олла вальмис, олла тютевенен, олла наймисиса, олла айойса, олла котона, мы это уже выучили, олла котона, олла тюйса, olla väsynyt, olla kunnossa, olla kylässä, olla oikeassa и olla iloinen. Да, давайте вы прочитайте и попробуйте какое-нибудь местоимение, с каким-нибудь местоимением сказать уже. Minä olen terve. Дальше. Ну вот все Хян он Хян он кипя. Сина олет кирейнен. Мы олеме вальмис. Что там еще было? Мы олеме вальмис. Те было. Те олете тютвенен. Они как хе
Олете. Нет, Нет, там хе. оват, оват, оват. Надо это А, просто запомнить. хе оват наймисисса. Наймисисса. Сина олет айойса. Это значит ты вовремя. Сина олет айойса. Ты вовремя. Да, да, ты вовремя. Хэн олет котона. Над олеват йоленат. Это по-эстонски. Извиняюсь. Хе олете тёйса. Хе будет оват, оват, оват. А хе оват. Как вот по-эстонски? Над олеват. Они есть. Ну вот ты... тоже оват, оват. Просто а. У вас оливат, а у них оват. То есть у вас правильный он глагол, видимо, а у них неправильный. Мина олен вясинут. Сина олет кунта. Мэ оле мэ кюрласа. Хе оват ойкиаса. Ойкиаса. Хан олет илойнен. А теперь ну, несколько предложений, или можете полностью тоже весь список с отрицательным и с вопросительным. Олет косина котона. Мина эн оле ты эн оле тёйса. Сина эт оле вясинут. Хан, я вот эти отрицательные вообще не запомнила. Хан эй. Хан эй. Хан эй оле куноса. Эмме олла. Мэ эмме олла кюласа. Нет, оле, оле, везде оле. Когда отрицаем, везде оле. Мы эмме олла кюласа. Хе это олла. Нет, там эй, эй, а потом ва, было оват, стало эй вят, потому что не ват, потому что эй и они мягкие. Эй вят, эй вят, эй. Эвят оле. Хе эвят оле. Хе эвят оле ойкиаса. Эвят оле ойкиаса. Олетко. Олетко илойнен. Я еще эти местоимения не все запомнила. Мина, сина и мэ я запомнила. Да, хэн и хэ. Хэн, хэ. И хэ. Я. Хэн. Кан. Хэн и хэ. Да, хэн он. Да, хэн он. Ну, да, он. Он и переводится как он. И этот глагол будет он. Хэн он. Хэн, как он, она. Хэн, он. Да. А там будет овод, овод, овод. Можно представить большие-большие оводы, они собрались там, оводы и решают там, кого укусить. Овод, овод, овод. Хэн, овод, пилойнен.
Нет, только не хян, а хэ овод. Хэ овод, хян вот он. Я, точно. Хе овод. Или можно запомнить, им бы только найти повод. Хе-овод, хе-овод. Я немножко записала. Хорошо. Так, и мы сделаем... Так, в конце еще упражнение будет, а сейчас вот это еще прочитайте. Мы уже начали говорить об этом. Олла кихлойса. Олла раскан. Раскана. Олла котяйте. Олла наймисиса. Да. Ой, так. Авиолито. Аволито. Авиомис. Да, мес это мужчина. Мужчина, человек. Так, это предыдущий, надо следующий. Надо выходить отсюда. Так, вот упражнение. Вот. Мой и хей это приветствие. Ну, такое неформальное. Привет. Да. Амуро. Так, вот, да. Еще говорят Муро. Муро, ну, тоже что-то подобное. Так, давайте подставим нужные слова. Так. Тут надо глагол Оля спрягать. Олетко хян немесисса. Только онко, онко, онко. Онко. Да, было он, стало онко. Онко хян немесисса. Эй хян эн оле немесисса. Эн это я. Вот как раз эй это и есть нет. Вот она это эй. Ее и ставим. Эй. Эй, Оле, на миссиса. Да, когда он, она, они, мы в исходной форме, но в, они еще добавляются в ад. Так как и мягкое, то не в ад, а вят. Эйвят. Эйвят. Давайте вот здесь. Здесь местоимение надо поставить. Хян. Да, хян. Илойнен. Хян хювен илойнен. Да, хювен это очень. Очень. Он очень илойнен. Радостный, радостный. Радостный. Хян. Олит кокото Натана Илтона. Будешь ли ты дома сегодня вечером? Кюлла. Олен котона Иллала. Тана Илтона этим вечером. Тана или сегодня вечером. Ну нет, я сказал. Тана это этот, как бы, Илтона вечер. Поэтому получается вечер. Сегодня вечером. Мы не говорим этим. Ну, мы говорим тоже этим вечером. Но чаще мы говорим сегодня вечером. Сегодня вечером. Да. Кюлла, да, Илтона вечером. Да, Кюлла, да, да, все правильно. Олет косина вясинут. Только эй. Да, Олет Косина Вясун, все правильно. Да, тут у меня неправильно поставлен пробел. Эй, эн, эн Оле Вясинот. Ты устал? Нет, я не устал. Эн Оле Вясинот. Да, тут... Мина Оле Хювин Илойнин. Это мэ Игдойнкин Котона. Хювин очень радостный. Вихдоинкин. Вихдоинкин. Наконец-то. Да. Я очень радостный.
Наконец-то мы дома. Да, что, Их я дома. очень рад, что мы наконец-то дома. Да, тут тоже мы надо поставить глагол. Мы. Олемме. Да, олемме. Да, тут мне надо дописать пробел. Да, теперь вопрос у нас. Онко хян йо вальмис. Ты уже нет. Он уже готов. Онко хян йо вальмис. Мисса синау. Эй. Мисса хян он. Да, хян он. Дальше. Он кото на нют. Ну, нют похоже на нау по-английски. Нют, нют. Хян он хювен вяшенут. Он очень устал. Хювен же, а, да, хювен очень. Да, хювен очень. Хюва это хороший. То есть... так. Хюва хорошо. Да, хюва хороший. Олетко сина тютвейнен нют. Да, а теперь переведем. С русского на финский. Ну, давайте вначале с финского на русский, а потом... Миссе Сеон, где это? Сеон тал, Сеон, Сеон. Я по-эстонски Се. И мне Сеон талла. Это здесь. Сеюле талла. Это не здесь. Сеюле талла. Онко се каукана. Это далеко. Эйоле, сеон лехерла. Это близ. Нет, это близко. Онко улкона кюльма. Холодно ли на улице? Улкона эй кюльма. На улице не холодно. Улкона он ляммин. На улице тепло. Мисса каупа он. Где магазин? Каупа он лехерла. Магазин близко. Хельсинки он сомен пякаупунки. Хельсинки главный город Финляндии. Да, пя это голова, каупунки это город. Онко се миелен кинтоиста. Это интересно. Кюлла се он хювен миелен кинтоиста. Да, это очень интересно. Только на и ударение. Мелен кинтоиста. Мелен кинтоиста. Да, это очень интересно. Эй, се эйоле миелен кинтоиста. Нет, это не интересно. Да, и давайте повторим перед тем, как следующее упражнение. Повторим предыдущее выражение. Так, вам, наверное, их тоже скинуть, да? Да, можно. Да, вы пока смотрите, а я пока скину. Ой, далеко. Так вот все видно. Это вот такие ходовые выражения, поэтому их надо знать, конечно. Ну, примерно запомнили, да?
Да. Так. Ола терве, быть здоровым. Вот как раз сейчас будете переводить. Вот. Олет косина терве. Хен. Айна, тут подсказка есть. Хен он айна кипе. Глагол он. Да, он нужен, он есть вечно болен. Олетко таз занят, я не знаю как. Олетко таз. Олетко Киренен. сина пирене. Да, Олетко Да, сина, потом таз. таз, потом киренен. Идем дальше. Так, сейчас Олетко сина послушайте. Перезвоните минут через полчаса или завтра. Спасибо. Так. Олетко сина тютюванин. Михин. Михин. Сина. Тас. Тют. Вот это я не могу перевести. Михин. Михин. Сина. Тас. Тютюванин. Четвертое. Второе. Предложение. Надо просто... у нас было довольный. Да. Надо недовольный. Просто надо эй и так далее. Там ты, получается, не эй, а как будет? Эт, эт, эт. Эт, оль, эт, ты... Ну, а как сказать правильно? Эт, эт, оле. Михин. Сина, эт, оле. Да, все правильно. Дальше. Ты уже готов? Это было у нас. Олетко сина валмис. Только олетко йо. А, уже. Олетко йо, сина йо валмис. Или йо, как правильно сказать? Ну, в принципе, и так, но можно, да, в принципе, можно и так, сина йо вальмис. Микси. Сина. Виелекен. Эйоле вальмис. Не знаю, я не знаю слов просто. Просто скажите, не готов. Эйоле вальмис. Это оле вальмис. Нет. Ты это оле. Да, если ты, то это оле. Все правильно. Да, так как хорошо. Правильно сказать тогда? Ну, это оле вальмис. Нет, а вместе с вопросом. Как... А, ну, да, микси... Микси это оле великан вальмис. Идем дальше. Хорошо, что ты дома. Хюва это сина он котона. Дальше. Сейчас на работе. Я сейчас на работе. Минауле котона. Ой, тёса. Минауле тёса. Да, и не тишина в конце сейчас. Ты очень устал. Олетко сина
Хювин Весинут. Дальше. Где вы сейчас? Мисса. Мисса Хе Овате. Нет. Вы. Те. Да, те. Мисса те. Овате нют. Нет, олете. А, мисса те олете нют. Да, вы дома? Олете коте котона. Эй, мы олеме кюласа. Олетко сина кунноста. Кайки кунноса. Олетко кайки кунноса. Да. Онко кайки. Да. Онко кайки кунноса. Да. Да, ты прав. Я, йо, сина, прав, я не знаю как. Ойкеса. Ойкеса. Йо, ойкеса. Ну вот, мы хорошо позанимались. Вам понравилось? Или что-то, что, может, какие-то есть пожелания какие-то? Я слов не знаю. А как тогда, как слова учить, вот? Слова, ну, в следующий раз можно слова поучить, какие-то приемчики расскажу, как учить слова. Но сейчас я даже могу скинуть какие-то приемчики. Сейчас открою даже свою группу. Там у меня есть приемчик, как учить слова. И вам сейчас прямо в чат скину. Как учить слова в таком на любом языке. Для любого языка. Там, например, испанского. Ой, так. Испанский у меня там был. А так на любом языке. Так. Ну, давайте тогда. Я вам скину уже в Фейсбуке, что-то он не хочет открываться. Тогда, когда мы планируем следующее занятие? Ну, тогда в следующую среду получается только. Или как? Можно во вторник и в среду сделать? Ну, давайте во вторник, в среду. Хорошо. А тогда вы говорили, что не даёт заниматься. У нее поставили, она взяла еще финский дополнительно в университете, поэтому у нее полный завал, она не сможет. Тогда в следующий раз во вторник, да? Да. Ладно, хорошего дня вам, до свидания. До свидания.